Тело мужчины обнаружили в море возле пляжа «Заря» в Хостинском районе курорта. Очевидцы вызвали спасателей и полицию. Сотрудники пляжа на лодке достали труп из воды. Видимых следов насильственной смерти на теле утопленника не обнаружено. Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители. В Сочи за кражу задержан 33-летний житель Свердловской области. В Сириусе он похитил оставленный на пляже велосипед, а затем проник на территорию одного из отелей и попытался украсть еще один, но его задержала охрана до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. На объездной дороге в Сочи на бок опрокинулась грузовая «Газель», перевозившая пластиковые окна. По какой причине это произошло, предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции, а пострадавших неизвестно.